И к другим темам. В Петропавловске накануне праздника 8 марта чествовали многодетных матерей. Цветы и подарки от областного управления координации занятости и социальных программ получили 14 женщин. Репортаж Ирины Панфиловой. Вот они, главные героини торжества. Красивые, нарядные, в хорошем настроении. Комплименты и добрые пожелания звучат в адрес многодетных матерей, которые вносят свой вклад в развитие медико-социальных учреждений региона. В области таковых 8. Благодарность вам за доброту, за мудрость и терпение, за ваш ежедневный труд. Пусть в вашей душе всегда будет весна, а счастье, любовь и удача никогда не покидает вас. А вместе с пожеланиями всех благ – ценные подарки, которые обязательно пригодятся большой дружной семье. В 2006 году Любовь Байжанова получила подвеску «Алтын-Алкан». Сегодня у нее 6 детей – 2 мальчика и 4 девочки. Помогает большинство супруг мой, он всегда меня поддерживает, как бы не было трудно. Воспитать деток, конечно, сложновато, но мы прививаем детям любовь друг к другу, чтобы они друг друга поддерживали в жизни. Большое спасибо президенту, что не забывает нас, матерей, многодетных и всех женщин. Всегда уделяет внимание детям. А Гульшат Назырова воспитывает 5 детей одна. Вот уже 2 год трудится в Смирновском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Старается найти подход к каждому подопечному. Приятно, что пригласили сегодня этот праздник. Всех женщин поздравляю с праздником 8 марта. Весны. Ну, желаю крепкого здоровья всем. Ну, всего-всего хорошего. Всего подарки к 8 марта получили 14 многодетных мам. Ирина Панфилова, Владимир Боровков. Новости МТРК.